если не, надо как-то встать. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная тренировка. Постараемся нагрузить ножки. Сегодня сделаем 4 упражнения. Это будет небольшой комплекс. Везде будут участвовать ноги. Поэтому настраиваемся и работаем. Первое упражнение – ламбада. Руки в боки. Ножки на ширине плеч. Приседаем, очень важно, мы приседаем с ровной спиной, не горбатимся и не прогибаемся туда-назад. Спина у нас ровная, попу чуть-чуть отставили, присели, подняли ножку, присели, подняли другую. И так сделали 10 раз. Второе упражнение, ходьба гуськом. Опять же, с ровной спинкой, присели. Ручки за головой, спинка ровная, если кто-то спинку держать не может, то мы поднимаем голову вверх и идем с пяточки на носочек. Идем по коридору туда и обратно, и это один подход. Третье упражнение – выпрыгивание со стульчика. Садимся на стульчик. Ножки стараемся плотненько на пяточки поставить, чтобы они у нас не стояли на носочке. Ставим их на пяточки. Выпрыгиваем с этого положения и делаем поворот на 180 градусов. Дальше запрыгиваем обратно, поворот 180 градусов и садимся на стул. А в идеале стульчик подарили от стены. Раз. И тогда при возвращении, когда вы выпрыгнули, при возвращении стульчик не будет двигаться. И так делаем 10 раз. И последнее упражнение. Приседание пистолетиком. И не надо. Держимся ручкой за стену. Можно за кровать, если вам так будет удобнее. Просто придерживаемся. Приседаем на одной ноге. Это очень важное упражнение, тем более для борца. Очень важное и очень сложное. Поэтому мы сначала придерживаемся, и у нас есть много времени для того, чтобы мы научились это. Ножку одну. Выпрямили, скажем так. Приседаем, и эта ножка уходит вперед. Присели, встали. Присели, встали. И так делаем. 5 раз на одной ножке, 5 раз на другой. И этот комплекс упражнений нужно повторить 4 раза. Не забываем, что нужно поставить колокольчик. Это обязательное условие, потому что вы будете уведомлены каждому новому видео. Не забываем, что на канале есть теоретические задания, которые можно с детками вместе смотреть и чему-то учиться. И цитата дня. Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.